вашим аплодисментам. Я так понял, что вы меня встречаете как земляка. И правильно. Еще вчера, определившись, куда я поеду 1 сентября, определился раньше, а вчера я думал, где же они построили там эту школу. И мне было очень приятно проехать по тем улицам, по которым я прошел не одну сотню километров. И по этой основной улице, по которой я пробежался не один раз, вместе со своими солдатами. Мне очень приятно побывать здесь спустя много времени. Территория преобразилась совершенно. Здесь не было этого микрорайона. Старшие люди это знают. Поэтому здесь много личного. И я действительно в этом плане ваш земляк. Сегодня особенный и волнующий для всех нас день. Особенно для вас, для родителей и учеников. Начинается новый учебный год. Это год первый в истории школы, которую мы сегодня торжественно открываем. Здесь все произойдет в первый раз. Первый звонок, первые уроки, первое знакомство учеников и педагогов. Здесь начнется летопись школьных будней на многие десятилетия вперед. Но все вы навсегда в этой истории останетесь первыми. Это новое здание – подарок микрорайону «Великий лес», названному в честь героев, которые отстояли свою землю в годы Великой Отечественной войны. Многие из ваших родителей, дорогие ребята, присягнув на верность нашей Родине, продолжают их славную историю, но уже в мирной жизни. Пусть историческая память, а также современные успехи и достижения учеников и педагогов новой школы станут частью ее наследия и достойным примером, на который будут ориентироваться следующие поколения учеников. Дорогие ребята, стартует очередной учебный год. Мы, взрослые, всегда искренне желаем, чтобы он был для вас интересным, успешным и обязательно познавательным. И он обязательно станет таким, если каждый из вас осознает ценность знаний, которые дает школа. И ценность общения с учителями, чей богатый жизненный опыт и мастерство помогут открыть ваши способности, ваши таланты. В этом и ценность. А усердие и прилежность каждого станут залогом вашего успешного будущего. Дорогие родители и учителя, на протяжении школьных лет наши дети делают только первые шаги в мир знаний. И прежде всего они нуждаются в поддержке и дружеском участии своих наставников. Убежден, что родители и учителя будут соратниками, будут вдумчиво, мудро, профессионально направлять детей на таком сложном и важном для них пути. Я очень хочу, чтобы это новое современное здание стало для всех настоящей школой знаний, дружбы и жизни, где будут царить взаимное уважение и стремление к успеху. Дорогие друзья, я хочу вам пожелать крепкого здоровья и неиссякаемой энергии. Ученикам нацеленности на высокий результат, родителям веры в своих детей, а учителям гордости за своих воспитанников. Для нашей школы. Это день открытия школы в поселке Восточный, которая так нужна была всем людям и учащимся этого микрорайона. Я скажу, даже с какими-то небольшими излишествами, но дай Бог, это для детей. Ну, вот столовые, просторные залы, буфет отдельный. Вы кормите детей как положено. А ну, картошка – это наша
Это наше блюдо. Питаться надо тем, что у нас произрастает. Это во-первых. Во-вторых, не забывайте, то, как вы кормить детей будете вот сейчас, в детстве, то они потом будут любить и с удовольствием кушать. Каждая девчонка у нас должна уметь вот это делать. Ну, может, чуть-чуть меньше, потому что это уже слишком. Хотя раньше, в общем-то, девчата и вязали, и носки, и свитера. Ну, тут уже, это уже дизайнер. Ну, элементарное, простое ты их должна научить. Потом у нас провал получился. Девчонки не могут пуговицу пришить нормально. Так, кто у вас лучший баскетболист? Кто? Ты? Так, давай со штрафного. Покажи технику броска. Я вам завидую, потому что у вас есть возможность заниматься по-настоящему баскетболом. Любой спорт хорош, баскетбол тем более. Ну, ребята, вам тоже повезло. Святой человек вас учит гандбол играть, или хоть показывает, или даже смотрит на вас, и то уже полезно. Я думаю, гандболисты будут. Не спеши, не спеши, прицелься. Молодец, сильно бросай, надо точнее. Я вот отсюда начну. Подойдет? Спасибо. Спасибо. Приятно было с вами встретиться. Смотри, как красиво написал я вам. Спасибо. Примите от всех детей нашей школы подарок. Спасибо, что вы к нам приехали. Поздравляем вас с Днем Знаний. Ну, спасибо. 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 Спасибо огромное. Спасибо.